может ли быть передан людям травяной рецепт для приостановления цикла размножения животных? Мы обещаем, что не будем выдавать его в широкие массы. Он говорит, что утечка неизбежна. Он говорит, есть основная проблема в данном случае, что это может быть использовано как наркотик, и люди это очень быстро поймут. Многие травы, которые являются лечебными, могут использоваться и как наркотики. Некоторые соотношения трав и составов, которые могут быть полезными для животного, могут быть, соответственно, вредны для человека. Он говорит, для каждого животного состав трав, необходимый для приостановления его цикла, он разный. Он говорит, что если сейчас пытаться дать вам какие-то рецепты, то, говорит, для этого нужен человек, который будет этим заниматься. Он говорит, что тут важны очень многие вещи. И дозировка, и состав, и происхождение, и места, из которых эти вещи были доставлены. И пропорция. Он говорит, что пропорции вещества зависит, будет ли оно работать на пользу, либо оно убьет этого животного. Есть, например, стимулирующие травы, которые в переизбытке начинают угнетать физиологию, либо могут даже привести к смерти. Он говорит, что в принципе травники, которые занимаются лечением людей, эти составы могут сами изобрести, зная физиологию. Зная физиологию животного? Он говорит, что физиология животного, она очень похожа на физиологию человека. А травники современные подобные составы для корректировки каких заболеваний у человека используют их сейчас? Он говорит, что все болезни, которые у вас есть, в принципе, лечатся травами. Он говорит, не имеется в виду духовно-нравственные болезни, которые нельзя ничем вылечить, кроме мировоззренческих изменений. Физиологические болезни лечатся, он говорит, природными субстрактами и вытяжками. Это касается и животного, и человека. Он говорит, это очень большая тема. Он говорит, если мы будем сейчас на нее говорить, то вы должны быть готовы, что это продлится еще несколько часов. Thank you.